Лариса Вадимовна, давайте начнем с истории санатория Солнечного. Где он находится? Какие виды лечения вы можете предложить? Ну, если начать с истории, то в прошлом году санаторию Солнечную исполнилось 30 лет. То есть это очень давно на рынке оказания оздоровительных услуг, если это так можно назвать. С 2006 года мы занимаемся долечиванием, мы включились в национальный проект здоровья, занимались долечиванием кардиологических больных, чем продолжаем заниматься и сегодня, долечиванием беременных женщин группы высокого риска. И с этого года, с 2011 года, в нашу программу еще влилось долечивание онкобольных. Это новое направление, мы вот только в этом году начали работать. Но мне кажется, что санаторий расположен очень удобно, он расположен в черте города, это вообще гора Маяк, где все время он славился своим очень хорошим таким климатом, мягким, на берегу реки Сакмара. К нам очень удобно можно доехать из любого уголка нашего города, автобус 25-й, 32-й или 11-й, в зависимости от того, из какого района города вы собираетесь нас доехать. Напоминаю еще раз, что остановка детская поликлиника, а дальше буквально 3 минуты пешком, и вы увидите наш санаторий. Что касается методов лечения, как я уже говорила, ну, это самые разнообразные методы лечения. Легче, наверное, сказать, что нет в нашем арсенале. У нас представлен очень широкое водолечение, но это различные виды душев. Это восходящий душ, это циркулярный душ, это подводный душ-массаж. Что касается грязи и теплолечения, это у нас грязь из Солилецкого источника, которая, ну, не надо ее представлять, обладает очень большим спектром противовоспалительных свойств. Озокерит, теплолечение, различные виды ванн. Это и йодобромные, и хвойные, и кислородные ванны. Все, пожалуйста, к вашим услугам. Что касается лечения, очень широкий спектр электропроцедур. Это и магнитотерапия. У нас представлены различные виды магнитотерапии. Это и лазеротерапия. Это и сон-отдых, который представляется путем электрических процедур, это так и называется электросон, это и магнитные матрасы, это и магнитотерапия, общая магнитотерапия, ну и на отдельные какие-то там на конечности мы можем применять магнитотерапию. У нас очень хорошее лечение, отдельно выделено как вид лечения, это различные виды ингаляций. Наверное, это сейчас среди зимы актуально, поскольку растет число простудных заболеваний, это можно и маленьким деткам в профилактических целях применять это лечение. Уж раз мы заговорили о детях, ну и не только о детях, у нас есть спелеошахта, это то, что называют соляной шахтой, которая может использоваться не только для лечения, но и для профилактики заболеваний различных, тем более у деток, это вот часто длительно болеющие дети. Обычно они приходят к нам в осенне-весенний период, чтобы избежать в дальнейшем обострения вот этих заболеваний. Еще у нас в санатории существуют сухие углекислые ванны, но здесь, наверное, легче сказать, какие есть противопоказания. Показаний огромное количество. Это и для больных с заболеванием сахарным диабетом, это и для больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы, ну и для всех нас с профилактикой утомления всех этих наших стрессов тоже рекомендуем такое лечение. Что касается еще дополнительных видов лечения, ну, во-первых, у нас работает довольно-таки много специалистов. Это врачи и психотерапевты, и врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, физиотерапевт, врач функциональной диагностики, врач эхокардиографии, это ультразвуковое исследование сердца, врач-терапевт и врачи-кардиологи. То есть вот всей этой нашей командой составляются индивидуальные программы лечения, и вот такое лечение оно применяется каждому пациенту.
Как я поняла, у вас лечатся не только взрослые, но и дети, да? То есть у вас оздоровление детей проводится? Да, да, мы проводим, ну, отдельных таких прямо вот заездов мать-дитя у нас нету, но, пожалуйста, в каждом заезде мама со своим ребеночком может получить лечение, они могут лечиться непосредственно вместе, может в первой половине дня проходить ребенок лечение, потом второй половине дня. Это, в общем-то, мы идем по желанию наших пациентов, по желанию наших посетителей. Как можно попасть к вам на лечение? То есть по направлению врача обязательно? Можно и по направлению врача, если это идет вопрос о долечивании в отделении реабилитации, то это только непосредственно по направлению врача и непосредственно из стационаров. Это основные группы пациентов, еще раз повторюсь, это те, кто лечится в кардиологическом отделении, это больные после острых инфарктов миокарда, это больные после операции на сердце и магистральной сосудов и больные после ишемической болезни сердца, стенокардии. Здесь только по направлению врача, непосредственно после стационарного лечения. Хочу сказать, что на все время, которое будет больной у нас, именно этой категории больных выдается больничный лист. И оплата этих пребывания здесь идет за счет средств обязательного медицинского страхования. То есть те, кто имеет у себя на руках полис обязательного медицинского страхования, все имеют право на долечивание у нас в санатории. Также группа и беременных женщин тоже на время лечения будет предоставлен больничный лист. И также и вот те больные, которыми мы начали заниматься с онкопатологией. Они все, то есть это либо из женской консультации, вернее из стационаров города, либо это из онкодиспансера. Онкодиспансер не обязательно оренбургский, это может быть по месту жительства, мы принимаем, еще раз говорю, со всей области. И второе направление – это можно купить путевку за свои деньги. Причем мы считаем, что курс лечения не должен быть обязательно 21 день, как это было когда-то, вот так говорилось об этом. Пожалуйста, 10-14 дней на все, чем располагает пациент, какими деньгами он располагает, но, конечно, не менее 10 дней, потому что курс лечения должен составлять 10 дней. Еще у нас есть такой вид услуги, как пациент может купить только процедуру. Это будет гораздо дешевле, причем мы процедуры подбираем, там, например, или первую половину дня, или вторую, чтобы пациент прошел за там, полтора-два, в зависимости от того, какие процедуры, за полтора-два часа свое лечение, и он может уехать домой и на следующий день прийти получать такое лечение. Может быть, немного об условиях проживания? Условиях проживания? Ну, в общем-то, проживание. У нас все номера комфортабельные, мы расположены в трех корпусах. Корпуса все соединены между собой теплыми переходами. Так, у нас один корпус – это спальный корпус, второй – это лечебный корпус, и третий – отдельно водогрязелечебница. Но все они между собой соединены теплыми переходами. Проживание у нас в основном в двух местных номерах. Во всех номерах телевизоры, холодильники, ну, душ, горячая вода, это все есть. И диетическое питание к услугам. Учитывая, что мы все равно наше приоритетное направление – это кардиология, то основное и, конечно, в питании у нас идет диета, которая необходима для, скажем так, это низкохолестериновая диета, продукты с низким содержанием холестерина. У нас преобладает растительное масло, а не сливочное. Масло. Ну, это тот образ жизни, то питание, которого должны мы придерживаться все. Санатории круглогодичного действия. Да? Мы работаем круглый год, мы работаем во все сезоны, принимаем народ абсолютно во все дни. В рождественские каникулы у нас большой рождественский заезд. Пожалуйста, к вашим услугам лыжи. У нас, в общем-то, есть территория в пойме реки Сакмары, можно пройтись, покататься на лыжах, они у нас есть. Для любителей более активного отдыха у нас есть на прокат и мангал, пожалуйста, если вы хотите со своей семьей на берегу Сакмары после лыжной прогулки немножечко закусить шашлыком, мы предоставляем все это к вашим услугам.
То есть можно не просто полечиться, подлечиться, но и отдохнуть. Можно и отдохнуть. Каждый вечер у нас культурная программа, дискотеки, фильмы, выступления, коллектив. Ну, конечно, это коллективы оренбургские, но тем не менее, все равно, когда листаю книгу отзывов, некоторые отдыхающие говорят, что они первый раз увидели такие коллективы, которые бывают у нас, там и тот же самый «Дискомобиль», и ансамбль «Бабий бунт», который, в общем-то, мы приглашаем, они выступают у нас. Оказывается, что люди в своей повседневной жизни не всегда могут выбрать время, а здесь можно приятно совместить и отдых, и свободное время, проведение свободного времени. Лариса Вадимовна, вот где можно приобрести путевку? Путевки приобрести непосредственно у нас в санатории. Телефоны наши 78-80-02. По всем вопросам вас соединит наш секретарь с тем или иным отделом, который вас интересует. Ну, или можно к нам доехать, еще раз, как я сказала, 25-11-32 из любого уголка нашего города, остановка детская поликлиника. Ну, конечно, по предварительной записи. Если вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, забронируйте место, позвоните, мы подберем вам на более удобный срок, ну, а потом приедете и оплатите. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.